Сегодня утром в городе произошло 12 дорожных аварий, в которых пострадали два пешехода. Из-за дождя покрытие проезжей части стало скользким, а видимость значительно ухудшилась. Если в ближайшее время температура воздуха понизится, курганцев ждет критическая обстановка на дорогах, образование наледи. С ранних часов дороги посыпали соляно-песчаной смесью. Однако госавтоинспекция напоминает водителям, что в сложившихся условиях предпочтительны минимальные скорости. Рекомендуется исключить резкие маневры, увеличить дистанцию между автомобилями, чтобы в случае резкого торможения избежать аварии. Особое внимание водители должны уделить пешеходным переходам, перед которыми необходимо заблаговременно снизить скорость. Да и самим пешеходам не помешает быть осмотрительными. При таких погодных условиях после торможения быстро движущийся автомобиль сможет остановиться, только проехав еще несколько десятков метров.